Сегодня специалисты Центра «Открытый регион» обрабатывают регистрационные книги учета анкет участников викторины «Югре-900». Масштабное краеведческое событие стало одним из самых массовых в истории округа. В специальные ящики свои бланки с ответами опустили около 500 000 человек. Больше всего анкет зарегистрировали в Сургуте. Участие в викторине приняли около 87 тысяч горожан. Ребенок зато сел, прочитал, хоть чуть-чуть теперь побольше кругозора. И младшая тоже подтянулась уже, тоже прочитала. Понесли в другую школу с папой. Организаторы отмечают, что победителями викторины станут более 9 тысяч человек. Пока же волонтерам и членам рабочей группы проекта «Многовековая Югра» предстоит проверить правильность ответов, а также проконтролировать, не было ли задвоения анкет. Не сдал ли кто-то несколько бланков с ответами от своего имени на разных пунктах приема. Если такой случай будет выявлен, то результаты аннулируются. Вообще 18 марта, в день сдачи анкет, от желающих отбоя не было. К волонтерам выстраивались очереди, а сами бланки ответов несколько раз пришлось допечатывать. Примерно за 2 часа работы нашей у меня зарегистрировано 40 человек, как бы наплыв пошел хороший. Сейчас люди проснулись, все довольны, приходят, голосуют и потом подходят к нам, участвуют в анкете. 22 марта на портале «Открытого региона» будет опубликовано расписание онлайн-трансляций на каждый муниципалитет. Прямой интернет-эфир намечен на 24 марта. Посмотреть на ход определения победителей викторины сможет каждый. Процедура будет максимально честной и прозрачной. 24 марта абсолютно чисто, прозрачно, в ходе онлайн-трансляции, в большой барабан будут помещены, например, берем Сургут. Отдельно для Сургута все участники талоны с 6-значными номерами будут помещены в большой барабан. И ребенок будет вытаскивать просто номер этого талона того, кто станет обладателем. Сначала квартиры будут определены, потом распределены машины, прекраснейшие «Лады Весты», ну и так далее. В Сургуте 900 призов, поэтому мы долго и упорно будем смотреть онлайн-трансляцию. Кстати, уже есть первые обладатели призов викторины «Югре-900». Организаторы провели конкурс репостов среди сургутян. Каждый мог разместить на своей странице запись о розыгрыше. Победители определяли при помощи специальной программы генератора чисел. Условие было лишь одно – наличие прописки в нашем городе. Победителями стали 5 человек. Все они получили в подарок iPhone X. Честно, как всегда, делаешь репост и не ожидаешь то, что ты выиграешь, но... Не прошло и 2 часов, как я выиграла iPhone. Это на самом деле все замечательно. Сделала только вот буквально 2 часа назад, и уже я здесь с новым 10-м айфоном. Но это круто, мне кажется. Сегодня свою работу продолжает горячая линия викторины «Югре-900». Ее номер вы видите на своих экранах. Напоследок добавим, что призовой фонд Сургута включает 11 квартир, 2 машины, путевки на 2 на лучшие курорты России, в том числе в Крым, а также еще 800 ценных и приятных презентов, например, ноутбуки или смартфоны. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости.